я в очередной раз убеждаюсь, что я бы просто не смогла жить в Италии. И мы ночуем в автобусе. Так что не все так красиво, как в Инстаграме. Лиза! Ну как сказать? Не замужем, молодые. Красивые, в Италии. Вот она, звезда в разводе. Бомжарио, что прибыли. Красиво! Ты вошла в мою грешную жизнь. Я на его концерт пойду. На я знаю, я видела твою историю. Красиво! Vorrei un ricordo di noi, da rivivere ogni volta che vuoi, per scordarci che ci siamo fatti da baby combatti, siamo solo dei pazzi. Кстати, вот наша терраса днем. Сейчас прекрасная погода. У нас доброе утро. Так, ну что, странственники вышли дальше. Мария и три Лизы вышли дальше. На путешествие второй день по Риму. Искать завтрак. В общем, нам вчера очень понравился концерт. Просто безумно. Я проплакала 80% концерта от счастья. И сегодня мне весь день опухшее лицо. Я просто... Мы себе не нравились, но вчера был какой-то потрясающий вообще день. Мы просто все четвером с девочками были на этом концерте, при том, что они даже не знали песен, ничего. И всем очень понравилась атмосфера там была какая-то. Я не знаю, это был один из лучших концертов, на который я вообще ходила. Спасибо тебе. Вот такое вот тысяча спасибо. У нас итальяно завтрак. Ну, короче, по сравнению с финским, итальянским... Чисто булки. Просто группа Viagra на выходе. Давай что-нибудь на выходе. Молодые, красивые. Не замужем. Ну, еще не замужем, да. Я... Ну, как... ну, как сказать? Не замужем, молодые. Красивые, в Италии. Вот она, звезда в разводе. Почти в разводе. Не замужем. Лизаветка. Нет. Лиза! А вот теперь думайте, какая! Смотрите, а в Риме-то уже все к Рождеству украшено. Везде... Везде Крисмас полный. Вот такие вот интересные машинки в Риме, двухместные, и на них, кстати, как вот сказала Лиза, не нужны права. И в основном вот такие вот машинки везде стоят, так как места парковаться нету. У нас отряд 10 человек ходят по итальянским улочкам в поисках еды. Сеньорина, buon appetito! Ура! Божечки, как красиво! Подождите, почему мне не так? Вот такие вот красивые пасты у девочек. А для меня вот это вот шикардосное блюдо. Просто вау!
Пеша дель Джорно. Я ее забываю. Так еще, представляете, ее для меня чистят. Ну, вот, ну не прекрасно. Все для меня. А вот то, что у нас в наушниках. Феличита полная. У нас репетитор там. Мы зашли на рынок. Пробы, девочки. Мы зашли на рынок, и вот она уломала за 8 евро лимончелло вместо 12. Я профессионально развожу итальянцев на деньги. Русским скидка. Значит, у нас тут вот идет дальше проба трюфеля и сыра. Вот так вот. Вот так вот. Звезды этого рынка. Сейчас мы все попробуем. Нам сказали, что мы пикантные. На самом деле очень люблю Рим за то, что вот как раз-таки тут такие маленькие улочки, везде заходишь, какие-то античные магазины, картинные галереи, место, где продаются всякие старинные антиквариаты. Вот здесь какой-то вообще какие-то неоновые картины. Здесь столько всего необычно, ты ходишь, вот просто все разглядываешь. У нас вообще сегодня был план сходить по музеям, сходить в Ватикан музей, но мы просто гуляем весь день, наслаждаемся этой погодой, понимаем, что нам вообще не до музея, когда так тепло и красиво, хочется просто погуляться по этим улицам, потому что музей нужно выделять где-то 4-5 часов, и мы поняли, что нет. Не в этот раз, когда у нас 2 дня всего лишь. Красота! Мы просто себя чувствуем, как в фильме. Посмотрите на это. Я вот всегда смотрела итальянские фильмы в детстве с мамой на русском, на итальянском, и сейчас ты гуляешь как будто бы прям вот по всем этим местам, в которых снимались эти фильмы. И хоть я здесь уже миллион лет была, миллион раз, то мне все, я все равно не перестаю удивляться, для меня Рим один из самых красивых городов Италии. Чтобы вы понимали наши реалии, мы сейчас в ночи садимся на наш автобус за 8 евро до Милана, и мы ночуем в автобусе. И сейчас мы его ищем. Так что не все так красиво, как в Инстаграме. Мы будем ночевать в автобусе, еще и сидя. Ой, просто удачи нам. И завтра в 8 утра мы приезжаем в Милан. Я представляю, в каком мы будем состоянии. Просто. Зато в Инстаграме красивая картинка. Бомжариусу прибыли. 7 часов. Да, вот почему? Могли бы тебе, это были бы мы. Кстати, может, не так и плохо. 7 часов в автобусе, ноги все затекли. Состояние точно не ютубное. Личка тоже. Мы ищем сейчас что-то открытое в 7:30 утра, чтобы просто погреться и хоть что-то поесть и зарядить телефоны. Так что, вот такая вот у нас богатая жизнь. Вообще интересно, как в разных Макдональдсах, какой разный выбор. Смотрите, здесь есть итальянский выбор, значит, во-первых, у них есть все кофе, капучино и так далее. Здесь есть соленый завтрак, есть scrambled eggs, есть омлет, есть оладушки. И все это, как бы, посмотрите, ну, цены вообще просто... Чизбургер 1,80. Извините, почему так дешево? И значит, посмотрите, кофе, капучино, эспрессо де кофенато, эспрессо такое, такое, вот просто, и все это стоит 90 центов одно кофе. Гляньте, как идеально выглядит завтрак. Так, ну что, мы привели себя в порядок вот в этом Макдональдсе. Лучше просто, с видом на Дуомо. После ночи в автобусе, несмотря на то, что мы спали 7 часов, выглядим мы вроде как бы неплохо. Но вчера вообще, как мы добирались, это просто отдельная история. Я в очередной раз убеждаюсь, что я бы просто не смогла жить в Италии. Мы должны были доехать до своего автобуса, который едет из Рима в Милан. И чтобы нам сделать, нам нужно было...
доехать либо на поезде, либо на метро. И мы проехали пару остановок, и метро... Ну, мы вышли, и метро просто уже перестало ходить. И так у них постоянно. И мы просто не знали вообще, как добраться нам до автобуса. Типа, у нас оставалось всего 40 минут. Это вообще был стресс. И очень хорошо, что мы на улице встретили девушку, которая нас смогла подвезти. Итальянка. И, ну, я спросила, типа, почему вообще так постоянно в Италии? Типа, поезда не ходят, постоянно все опаздывает. Транспорт нормально не работает. И она сказала, ну, вот так вот у нас постоянно. Можно вообще забыть про общественный транспорт. Он тут никогда не работает. И, ну, просто, она говорит, забастовки каждые 2 недели. Когда ты живешь в стране, где у тебя поезд каждую минуту, все очень пунктуально, то, типа, ты сюда приезжаешь, у меня вообще терпения не хватает. Я думаю, как так? Почему ты не можешь никогда рассчитывать на общественный транспорт? Ты не можешь никуда нормально добраться, потому что все поезда опаздывают, 2 часа нужно их ждать. Вообще, короче, она говорит, без собственной машины в Италии никуда. Я бы, короче, не смогла, мне бы не хватило терпения. В Италии, короче, это просто постоянная классика, то, что ничего не работает, все опаздывает. И меня это вообще прям очень сильно выводит из себя, когда ты должен прям, ну, в какое-то определенное время добраться с точки А в точку Б, ты не можешь этого сделать. Ты не можешь рассчитывать на поезда, на общественный транспорт. Слава богу, честно, попалась вчера эта девушка, которая нас подвезла, потому что если бы нет, то мы бы просто, ну, мы бы не успели на свой автобус, который нас сегодня сюда привел на дома. В общем, ужас. Как хорошо, что есть такие добрые люди. Но сегодня у нас начинается новый день, 3-й день нашей Италии, и мы уже переместились. Сегодня вообще у нас такой план побыть пару часиков в Милане, сейчас посмотреть центр и поехать на Комо, потому что, по сути, в Милане, кроме как вот этой площади, делать нечего особо. Но, кстати, на удивление даже состояние более-менее. Реально, после 7 часов в автобусе мы живы. Прошлись, погода. Ура! Всяких булочек свежеиспеченных. Ну, красота. Значит, достаточно заплатить 8 евро, доехать 1 час на поезде, и ты оказываешься на Комо в такой красоте. Это вообще одно из моих самых любимых мест в Италии. Это что-то реально красивое. Сегодня мы приехали в новый город, в котором я никогда не была. Город Варенна. До этого я ездила в город Белладжо. На пароме. Сейчас мы доехали прямо на поезде до самого города. Туристов очень много. Просто нас идут. Вот смотрите. Идут просто толпы по обеим сторонам. Это все вот с одного поезда люди приехали. И сейчас пойдут гулять, наслаждаться этим городом на берегу Голубого озера. Божечки, ризотто. Это трюфель, сама-то ежевика. Сидят курицы на сетке. Нам дали пледики. И вот с такой вот мы красоты сейчас будем обедать. Грация миллиона, как говорится. Красота.
Вот так вот обычно выходят лебеди покушать к ресторанчику. Классика, видимо, тут красивая. Посмотрите, какая цаца важная. Они тут коленки щипают людям проходящим. Даже на самом деле и опасно вот близко-то подходить. Они реально щипаются. Сан-Тропе отдыхает, девочки. Давайте, смотрите, секунду молчания. Что давайте. Минуту, давайте все-таки, не секунду. Минута молчания. Вот эти вот виллы на озере Кома, они вообще работают в определенный период, и сейчас закрылся уже туристический сезон. То есть сейчас уже в эти виллы красивенные просто не попасть, к сожалению, но вот эти скульптуры, вид оттуда, можно спуститься вниз, погулять. Сейчас в ноябре уже это все закрыто, но, по-моему, они работают до конца сентября и открываются в марте, в апреле. А все это остальное время они как-то реставрируют и что-то с ними делают. Потому что тут вот прям какие-то постройки. Вот тут можно прям гулять, когда сезон. И везде можно заходить, и чаще всего это все бесплатно. Так, и вот наш последний Airbnb на последнюю ночь. Наше путешествие наконец-таки закончится. Мы искали наше Airbnb, вот это, 40 минут на улице. Так вот было уже почти 5 градусов. Слава богу, мы это сделали. Хорошо, что группа итальянский, и мы решили это все с прохожими. Прохожие нам помогли найти. В общем, мы наконец-то дома, и мы будем спать эту ночь в кровати, а не в автобусе. Это уже радует. Поэтому всем спасибо за просмотр этого влога. Подписывайтесь на мой канал.